концов. Не будем заниматься утопиями. Есть реалии, которые меняются в течение многих-многих десятилетий. У нас нет на сегодняшний день инстинкта собственника глобально, ни у кого практически. И давайте каждый заглянем в себя. Дальше нашей дачи, квартиры, машины, жены, детей, того набора, который был в советское время, мы фактически не продвинулись. И очень нескоро продвинемся. Здесь должно пройти не одно поколение. Пока, к сожалению, мне очень больно об этом говорить, пока с мусором, с культурой на улицах можно бороться только исключительно полицейскими методами. Видеокамеры, ЧОПы, дежурные, повышение штрафов, действительно, чтобы это было не 50 рублей, если человек бросил окурочек мимо урны, а 500 или 5000, только так. Мне очень больно об этом говорить, но я вынужден это сказать. Ну а теперь...